венский доктор Зигмунд Фрейд не прошли бесследно для дуэта Трэкшитас. Но я все-таки надеюсь, что в следующем номере фрейдизма и стриптиза будет поменьше. Да, тем более, что на очереди певец из солнечной Молдовы. Его имя Паша Парфени. Я его помню по конкурсу «Славянский базар» в Витебске. Паша Парфени очень неплохо там выступил в 2009-м. Ну, завоевал первое место, что значит неплохо. Его песня называется «Леутар». Так зовут в Молдове народных певцов и музыкантов. Кстати, до сих пор в республике существует знаменитый фольклорный ансамбль «Леутар». И еще был такой старый фильм Эмилия Латянова «Леутар». В общем, песня про непростую жизнь бедного молдавского музыканта. «Леутар», Паша Парфени, Республика Молдова, предпоследний участник стартового полуфинала. She looks nice out of the bright when she smiles. I forget my lyrics. I got blind, I got mad, not from the time she had, but from the beauty that put my heart on fire. Yeah, you have never been to my show. You haven't seen before how looks that one. But that soul goes straight to your soul. Gets you out of control. From paradise, you came down from the skies on a plane which belongs to daddy. Welcome to carousel, wine is sweet, but you can't cost too much. It's no good for the princess. You have never been to my show. Песня «Леутар». Да. Ну а вот сейчас на сцену выйдет последний участник первого полуфинала.